Здравствуйте. Сегодня мы установим драйвер, звуковой драйвер на Windows 7. Материнская плата у нас Abit NF7S2. Это немного проблематично, но попробуем. Она оптимизирована под Windows XP, но мы попытаемся установить Windows 7 для звуковой драйвер. Значит, с официального сайта я уже скачал драйвер. Вот он, 510 NF7S2. Запускаем установочку. Разрешить. Обязательно разрешить, да. Соглашаемся. Далее. Если установка не проходит, нужно выбрать совместимость с Windows XP. Далее. Все драйвера пусть будут. Нажимаем снова далее. Периодически экран будет темнеть. Не пугайтесь, это идет установка системных драйверов. Продолжаем установочку драйвера. Предыдущая установка у нас зависла. Сейчас мы выберем совместимость. Правую кнопочку нажимаем на драйвере, на файле драйвера и выбираем свойства. Вкладочка «Совместимость». Запустить программу в режиме совместимости. Выбираем пакет XP. Пакет обновлений 3. Применить. ОК. Запускаем снова этот файл. Да. Настройка выдачи нужно изменить. ОК. Да. Запускаем его повторно. I accept. Я принимаю. Next. Далее. Для всех. Yes to all. Поехали. Видимо, снова эта ошибка у нас проявилась. Значит, вторая попытка у нас также окончилась неудачей. Звук не установился, значит, делаем еще один заход. Запускаем файл. В процессе установки выберем только звуковой драйвер. Настройка выдачи. Обязательно выбираем не спрашивать. Окей. Да. Далее. Yes to all. Вот здесь оставляем только аудиодрайвер, все остальное отключаем. Поехали дальше.
Since уже появился звуковой индикатор. Вот. Раньше называл крестик. Красный крестик у него. Есть вероятность, что сейчас звук заработает. Окончание. Нажимаем, да? Компьютер перезагружается и увидим, будет ли звук работать. Проверяем звук. К сожалению, ничего не получилось.